под эгидой костюмированного забега «Love Carnaval». Сегодня на улице Челябинска выйдут, посмотрите, короли эстрады, известные киногерои, а также мультгерои. И мы сегодня точно докажем, что бег – это круто. Это бегемот. Разминаемся и сейчас стартуем все вместе. Надо же на скорость пробежать 3 километра. Мы тоже побежим. Тигр и бегемот. Первый раз будет бегающий бегемот. Но не на 4 лапах. Бежим, ребята! Бегущие бегемоты! Невесты! Тигры! Леопарды! Невеста! В этот светлый миг ты прекрасней всех! Как дела? Зачем ты бежишь со свадьбы? Потому что здесь невеста не положено. Спасибо! Тигр, как ты? Все нормально. Первые 300 метров прошли удачно. Я как бегемот чувствую себя не очень. Как бы это сказать, не в своей тарелке. Друзья, мы видим самого первого. Вот он этот малыш. Малыш, как тебя зовут? Меня зовут Андрей. Андрей, как ты быстро бегаешь, господи, Андрей. Я человек радужный шарик. Человек радужный шарик, и еще побежишь? Меня несет ветром. Радужный шарик. Я не бегу, я лечу. Да! Никого не потеряли. По-моему, потеряли только в лесу человека в костюме маньяка из Крика. Потом найдут. Хорошего дня, друзья, всем. Задора!